господин Гаупман. Я требую, чтобы он прекратил петь по-русски. Но он хозяин ресторана, и я не могу ему запретить. Вы находитесь на территории союзной Румынии. Здесь многие говорят на русском языке. Нет ничего в этом предосудительного. А я вижу! Я требую, чтобы он прекратил петь по-русски! Я говорю тебя, молю, будь моей женой!